Евгений Лисовец выводит шайбу, Родион Амиров, который тоже появился в составе во второй игре, он не принимал участие. Ну, просто дает Томилам, дает отдохнуть. Здесь, конечно, отличная передача. И сейчас ложный замах. И теперь бросок. Гол! 1-0. Салават Юлаев выходит вперед. Прекрасная шайба заброшена. И красивейшая шайба. Потому что, вот если посмотреть на этом турнире, достаточно много шайб забрасывается именно в верхнюю девятку. Здесь мы видим Коробов. Ярулина на себя вытащил. Лисовец пошел. То есть два защитника пошли в атаку. Амиров, Гематов и Воробьев здесь тоже на пятачок возвращался. Но они как бы на страховке были. Хартиканин 2 в 1. Передача прошла. Бросок. Мифтахов отбивает. А затем еще один бросок. И это гол. 2-0. Салават Юлаев укрепляет свое преимущество. И все поздравляют Маркуса Гранлунда. Да, Маркус Гранлунд. Вторая заброшенная шайба на турнире. И четвертая уже за последнее время за Салават Юлаев. Добивание здесь против турмистров назад тоже не успел. С Лукояновым, что они тут. Лямкин один остался. И дальше уже бросок по воротам. Хачикани, хорошая передача. А потом Амир Мифтахов, да, перед собой немножко отбил. Маркус Гранлунд просто перекинул щиток Амира Мифтахова. Хартиканин. Как здорово принял эту шайбу Ларсен. Вошел в зону. Скидка. И какой момент? Манинин. Передача. И все-таки гол. Они забивают. Красивейшая комбинация у Салавата Юлаева проходит. И казалось, уже упущен момент. Но нет. Дорабатывает до конца. 3-3. Опять нам Дмитрий Квартального показывает. Не понимает. Но Ларсен как под себя убрал здесь. И красивая передача Манинина до пустых ворот. Это за 6 минут с лишним до конца матча третьего периода, да, и нужно сравнивать Салават Юлаеву и что они делают. Посмотрите, какую комбинацию разыгрывают. Ну, мы говорили про этот турнир, что здесь очень много красивых шайб. И вот, пожалуйста.